Друзья, всем привет! Сегодня простая самоделка, для которой нам понадобится сантехнический сгон, пару заглушек, вата, медная проволока и немного ацетона. Хоть и кажется, что все это непонятно, как совместить, но все довольно просто, как я уже говорил. Так что присаживайтесь поудобнее и предлагаю посмотреть процесс изготовления, это займет пару минут. А после я дам комментарий по этой самоделке. Желаю приятного просмотра! По итогу получаем вот такую интересную штуку. Сейчас расскажу, для чего она нужна и как ей пользоваться. Чтобы начать пользоваться, заливаем внутрь ацетон. Я делаю это из шприца, чтобы меньше разлить. У меня поместилось 5 мл. Далее скрученную медную проволоку нагреваем зажигалкой до красна и быстро помещаем внутрь трубки. Проволока останется красной и будет излучать тепло. Почему так происходит? На поверхности меди, которая служит катализатором и ускоряет реакцию, протекает окисление паров ацетона до уксусной кислоты и уксусного альдегида с выделением большого количества теплоты. Поэтому проволока раскаляется до красна. Пары обоих продуктов реакции бесцветны, их выдает только запах. Поэтому пользоваться этой штукой лучше на улице. А нужна такая каталитическая грелка для обогрева рук на морозе. Температура трубки нагревается до комфортной. В самом горячем месте достигает 40 градусов. В руках ее держать приятно. Легко зажигается и греть может несколько часов. Отлично подойдет для туристов и рыбаков, и тем, кому приходится работать на улице. Друзья, если вам понравилась такая самоделка, то ставьте лайки и пишите комменты, что думаете по этому поводу. Если еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь и ставьте лайки, чтобы не пропустить новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!